Друзья, всем огромный приветик! Сегодня мы в городе Сан-Антонио, штат Техас. Друзья, вы не поверите, какую нам дали машину. Это пикап-трак Toyota Tacoma. Выглядит она просто зверски. Я имею в виду шикарно. У меня столько эмоций. Мы никогда, ну, по крайней мере, я никогда не ездила на такой машине. Тем более пикап. Сейчас посмотрим, что внутри. Это моська уже здесь. Ну как тебе? Подвинься, зайчика. Очень высоко. Очень высоко. Высоко. Кстати, здесь, ну, здесь места-то не очень-то и много, да? Ну, надо сесть. Между сиденьями. Мама, не надо сидеть вот сюда. Нет, она высокая. Это да. Не кричи, Эльзочка. Неплохо здесь тоже, да? Сегодня у нас какое октября? Солнышко закрывает. Солнышко закрывает? А что солнышко закрывает? Луна будет закрывать солнце. Да? Луна будет закрывать солнышко, да, Кисунь? Сегодня 14 октября 2023 года, город Сан-Антонио, штат Техас. Мы увидим, может быть, и не увидим, потому что облачно. Будет кольцо огня. Затмение. Но, правда, не видно. Вот, немного не повезло. Здесь очень много людей. Это планетарий. Это планет. Да, планетарий, зайчка. Эльзочке подарили шляпку. Thank you. Ну-ка сюда смотри. Эй, сладкая моя девочка. Все люди смотрят. Так, солнце вышло, давайте смотреть. Ну что ты там, зайчка, видишь, да, кольцо? Видно? Ура, мы переживали, что не будет видно. Вау, видно! А не темно, смотри, Валер, да, темнее стало, но не темно. Да. От тебя сфотографировали? Видишь, да, лапочка, видишь. Супер кольцо. Да, молодец. Шикарно. Такой редкий, да, такой один раз в жизни. Это, конечно, это один раз в жизни. Эльзюша, смотри, солнышко. Вау! Ring of Fire, Эльза, кольцо огня! Ты довольна? Excited? Да. Яночка у нас уснула. А я сначала не поняла, что люди фотографируют. Оказывается, на тени видно это затмение. Если вы сейчас увидите, везде эти полукруги. Тень от дерева? Да, вроде тень от дерева, да? А везде этот полукруг, смотри. Супер. Да, надо было, знаешь, раньше, когда все фотографировали. Вот так мы видели это все. И вот так будет в следующем году. В общем, вернемся сюда в следующем году, Эльзюш? Да? Хорошо.
Молодец. Ты что, police officer? Видно? Видно? Здесь поставили огромные очки. Интересно, видно? Ну да. А уже практически полное солнышко. Чуть-чуть вот так вот видно, да. Мама. Кстати, у кого не было очков, очки давали всем бесплатно. Но у нас свои были, мы заранее подготовились, да, зайчонок? Ну, мы же знали, что будет затмение, поэтому заранее купили. Здесь вот смотри, какие-то тоже надписи есть. Ну, кто-то, может быть, у кого-то не было, они пришли сюда без очков, им дали все бесплатно. Пойдем дальше, зайчика, погуляем. Кати, Эльза, это какая планета? Земля, правильно, зайчка. Не стучи, просто Катя. Ух, какая сильная. Понравилась нашим девочкам эта машина. И Яне, и Эльзе. Ой. И затмение можно было с этой машины смотреть, да, Валер? Угу. Все, села? Это место, чтобы сесть. Да, место, чтобы сесть. Ну, хорошо. И эта попрыгушка рада.